Более 4 миллионов граждан Азербайджана охватил пакет социальных реформ, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым. Из госбюджета на его реализацию выделено 3 миллиарда 900 тысяч манатов. Успехи, достигнутые в социальной сфере, обсудили на пресс-конференции, проведенной Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. Одной из важнейших среди проведенных социальных реформ можно назвать повышение минимальной заработной платы в Азербайджане до 250 манатов. Проводилась она в два этапа. В итоге минимальная заработная плата была увеличена на 93%. Коснулось повышения 950 тысяч граждан. Из них 600 тысяч – представители государственного, остальные – частного сектора. К слову, отметил ГСМЛЭ, Азербайджан занимает второе место среди стран СНГ по уровню минимальной зарплаты. На втором месте – Беларусь. Третье занимает Украина. А в Армении минимальная заработная плата по паритету покупательной способности в два раза ниже по сравнению с Азербайджаном. Если судить по паритету покупательной способности, то товар, продаваемый за 1 доллар в США, в Азербайджане можно купить в среднем за 25 центов или 42 копейки. Согласно этому же показателю, самой дорогой страной на постсоветском пространстве является Армения. Товар, стоящий 1 доллар в США, в Армении можно приобрести за 41 цент. Благодаря реализации пакета социальных реформ минимальная заработная плата в Азербайджане в настоящее время превышает прожиточный минимум на 40%. Данные изменения, согласно подсчетам, приведут к росту среднемесячной заработной платы на 15% по итогам текущего года. Медина Гурбанова, Руфат Алекперов, CBC.